Так, вот сейчас будем подниматься на... Ой, я сейчас тебе говорю. Где? Ага. Ящерка. Тут мы вышли на какой-то промежуточный уровень. Пойдешь наверх? Там кто? Я не знаю кто. Держись за перила, чтобы не это не свалиться. А рядом, видимо, тропинка старая была еще вот идет. Так, продолжаем наше восхождение. Там еще одна беседка. Идем дальше. У меня, кстати, новость. Здесь есть еще один спуск. Или это подъем? Что-то непонятно, это уже гора или еще нет? Ну да, дальше никуда идти. Тут я забыл водичку. И можно спуститься вот по этой лесенке. Мы пошли вниз теперь по этой дорожке. Здесь спуск, мне кажется, уже менее опасный. Но все равно держись за поручни. А вот тут какая-то интересная штука. Оп. Экологическая тропа «Зеленый мир вокруг» называется. Да, а вот тут ступеньки, смотрите. Там камень, собственно, камень со скальными надписями. Ну да, тут внутри надпись, допустим. Древние люди писали. Наверх, как это. Надпись древних людей, Женя, вот смотри, Женя. Женя, да, Маркон какой-то. Саша, Аня. Да, это вот древние наскальные рисунки. Обезьянки древние писали. Ну вот какая-то древняя буква действительно. Б или Ять как-то, ну, понятно, в общем. И тихонечко идем вниз. Мне кажется, было гораздо веселее, когда вот этих ступенек не было, и были просто вот эти тропы одни. Да? Да. Я говорю, прикольнее было, когда вот эти тропы только были, а вот этих ступенек не было. Здесь уже гораздо тише и не слышно практически машин на трассе. И сегодня еще понедельник. Людей, конечно, люди есть, но их не так много. В какую сторону пойдем? В какую мы сторону пойдем? Мы пришли оттуда. Оттуда? Ну там что, там тоже река есть, была.
Ну, я не знаю, наверное, мы вниз пойдем, да, уже? Время сколько у нас. Так, сейчас время посмотрю. Время полшестого доходит. Ну, там, я не знаю, там подъем идет или вниз. Ну, пошли вниз. У нас свое время-то ограничено, скоро темнеть уже будет. Вот теперь ты будешь знать. Во время съемки прям? Да. Прикольно. Здесь вот, наверное, классно кататься на великах. По таким дорожкам. Старое дерево. Еще одно дерево вот распилено, наверное, упало. Вот еще толстое дерево валяется. Ну, надо сказать, что деревья еще падают, наверное, еще от того, что они старые уже становятся. Вот это вообще прям такое мощное. Здоровое. Напоминаю, что это мы находимся в городе Горячий Ключ, точнее в парке, который здесь внутри. И здесь на территории парка несколько домов отдыха находятся. Вот отсюда мы пришли с этого места. Чтобы брали больше. Чтобы это, здесь жили, в санатории, в парке, хочешь стреляться. Никакие. Вот Паша с нами не поехал. Здесь вот. И выпечка, и коктейли, и какие-то вон там штуки. А вот ребята, наверное, здесь брали батарею солярную свою. Здесь вот еще отопление, которое. Вот здесь вот какие-то всякие штуки продаются. Сувенирки, блины. Даже тир есть. Ну, какие-то еще гонки 4x4. Как на курорте прям, да? А? Как на курорте, говорю, прям. Продают. Водичку, кстати, можно взять здесь. Водичку можно взять здесь. Так мы же домой идем, у нас там это, да? Машина лежит. Да, ну, в машине у нас просто 5-литровка лежит. Здесь вот еще есть. Травки продают. Краснодарский чай, пожалуйста. И вот мы дошли до того места, вот там продается вода. Мы клубы набираем, да, сначала? А что, какая бывает? Ну, она, наверное, потом, наверное, это. Ну, вот сейчас мы подождем, пока она наберет. Так, мы берем какую холодную воду? А чем отличается? Она потом все равно станет у нас. Холодную набирай. Давай холодную. Мы сейчас в машине едем, там будет тепло. Что, закончила? А это она точно? Какой-то общий кран какой-то. Четвертый. Ну, там какие-то вон такие краны, а здесь какая-то как обычная, ну, вот вода. Вот забором, вот минеральная вода. Ну-ка, нажми ее какой-то паузу. Что-то мне как-то сомневаюсь. Спроси ее там. Да, там стаканчики люди набирают маленькие. Что, воняет? Ну, запах. Из туалета? Ты сейчас наберешь, дашь мне понюхать? Да. Тут что-то вот написано. Вот, лечимся. Хорошо.
Ну что мне не дал понюхать-то? Я же хотел понюхать. Да, нефть. Так, наверное, так с него, да, где-то. Слушай, а где другая вода? А? А другая вода в где? В другую сторону идти. Так, другая вода. Да и много-то и не выпьешь. Да намного-то и не надо. 50 грамм. Перед сном. Чтобы спать хорошо. Хоть еще вот тут. Сейчас бизнес откроем. Ага. Мы будем делать бизнес, мы будем делать банки. Мы купим себе воду, мы купим себе банки. Ой, на руку попробуем. Сейчас ты исцелишься. Сейчас рука у меня такая, как губернатор. Баньку я там ставлю, она там стоит. Да, сейчас только надо запомнить. 58-ю нам 1,5 литра. 58-я 1,5 и 21-й литр. Вот 21-я отдельность. Так, здесь, видишь, это 21-я, ту дальнюю. Вот. Это 58. Это теплая, вот нам до холодной. До холодной, да, вот тут вот, сейчас наберем. Наверное, еще сильнее пахнет, да? Как-то не пьем. Дашь мне тоже понюхать? Вот, надо такие штучки еще взять тут. А, я думала, ты прокурор что-то тут написал. Оно воняет. Так, это мы все написали. Да, самое последнее, вот там сейчас люди подошли. Оно, наверное, еще сильнее пахнет. Фу, вообще говно воняет. Пахнет, как будто кто-то покакал здесь. Она пахнет. Может, они это перепутали канализационный люк с этим. Ты будешь это пить? Ты будешь это пить? Ты не снимаешь, нет? Да. Это видно? Да. Я спрашиваю, ты будешь это пить? Господи. А ты от чего вот это 21-е вообще? Я не знаю. Надо прочитать на тебя. Она вот что-то желудок там, по-моему. Нет, тебе вода похожа. Я такой похожа не знаю. Надо продать, может, ее кому-то. Бо! Тухлые яйца. Ну вот рассказывали, ты купались они в этих тухлыми яйцами-то. Нет, ребят, сероводородная вода. Сероводородные источники, я уже точно. Не хочу ехать. На сытый желудок. Так, ну что? Тарелочки, что, кушать будем? Ну да. Главное, попить не взял, а тарелочки взял. Ага. Нормально. Зато смотри, как здесь растения растут. Идеально. Они, видимо, дышат этим всем. Вкусняшками. И вкусненькой. Ой, вкусненькой. Так хорошо так это растут. Растения в идеальном состоянии.
Так, сначала будем пить вот эту вонючку, потом вот эту, а потом уже ту. Ну что, я затарился водой, теперь пошел лечиться. Исцеляться. Исцеляться. Всем пока. Увидимся в раю. До свидания. Всего доброго. Ну что, пошли исцеляться? Пошли. Когда человек бросает пить пиво, он начинает пить непонятно что. Его тянет на всякие необычные вкусности. На всякие картины. Тут люди сняла вот эти вот полезные свойства. Да. Вещей. Да. Хорошо. Всю камеру ты убирай, бери бутылку, например.